Итак, мы поняли, что моя система с воронками не увенчалась успехом, так как воронки не отдают предметы обратно в трубы, по которым у нас все будет рассортировано. С помощью этой штуки также ничего не получилось сделать, она тоже ничего не принимает. Дерьмо. А, давайте тогда хотя бы разметим, как у нас все будет. То есть у нас будет сундук, из которого все дерьмо будет вытаскиваться. Сундук можно вообще расположить где-нибудь наверху. Значит, тут у нас будет еще одна сортировочная труба. То есть сортировка такая. В синий булыжник, в красный землю. Если булыжник у меня есть, так, один мне кусочек дайте. А, ну чё, побежал тут это. В красный землю, в синий булыжник. Вот так. А здесь берем эту штуку в красный. И эту штуку в синий. Вот эти тростника я бы понапихал соответствующую бочку. Так, ну, мне нужно, пожалуй, еще по одному образцу. А нет, ты иди. А, я не могу тебя сюда запихать, потому что ты у меня не отсюда. Вот, один такой. Черт. Стоять! Один такой. Один такой и... булыжник у меня тоже есть. Вот, значит... земля, булыжник в желтый. Вот так. А дерево и чё? Вот так. Вот такая система. И здесь мы ставим сундук, трубу извлекающую, деревянную, и двигатель к ней. В итоге нам понадобится всего лишь раз, два, три, четыре. Четыре двигателя. Не так уж это и мало. Много, вернее. Оу. Нам нужно еще бочки, потому что иначе у нас получается тут пустое место. Ну, значит, 5 сундуков, какая разница. Один есть. Раз. Давайте сейчас мы это все расставим. Все эти трубы, не трубы. Чтобы не путаться.
Вот так получается. И что-то мы тут не доделали. Пойдемте вниз. У нас не везде стоят вот эти штуки. Так. Вот так. Вот, нам не хватает одной бочки здесь еще. А может быть даже и больше. Да, вот видите. Только как-то странно я расположил. Все правильно. Не, наверное, все правильно. Вот. Ой, вот, вот. Тихо, вот этого мне не надо тут. Вот и вот. Все. Осталось еще две бочки. Правда, не представляю, что у нас тут будет вообще лежать. Но запасное место всегда хорошо. Вот так. Что-то так патриотично выглядит, белый, синий, красный. Круто. Ой, тихо. Значит, красная земля. Давайте сейчас пометим везде все, что у нас будет идти. Нужно еще как-то нам пометить, чтобы было удобно ориентироваться. Сектора можно разметить. Четыре сектора. Давайте стеклом, что ли. Первый сектор. Второй сектор. Третий сектор, четвертый и пятый. Вот, пять секторов. Ага. И теперь давайте сюда, в этот сектор. Тут у нас все разложено уже, да? Сюда у меня идет деревья. И это отлично. Теперь здесь шерсть, картошка, резина, кактусы. Давайте скинем всякое барахло сюда. Вот это. Нормально. Значит, кактус, картошка, шерсть, резина. Резина красный, кактус синий. Давайте я этот процесс, ну вы уже поняли, как это все работает, наверное, да? Сейчас еще раз покажу, если вдруг не поняли. Резина красный, кактус синий. Отдай. Вот, все правильно. А здесь шерсть белый. Ой. Шерсть красный, картошка синий. Шерсть красный, картошка синий. Вот. И наверху то же самое. Только там уже все четыре пойдут. Вот в сектор номер два. Значит, в желтый у нас идут резина кактус. Резина кактус. А в зеленый у нас идут шерсть и картошка, да. Шерсть и картошка. Вот так. В общем, вы поняли, как это все работает.
Сейчас я этим, наверное, без записи займусь. И мы уже продолжим с непосредственно воплощение нашей идеи в жизнь. Через мгновение я вернусь. Итак, я вернулся, все рассортировал. Так, давайте еще раз убедимся, что все правильно. Ну тут, в принципе, чего убеждаться, я все по 100 раз проверил, прежде чем делал, так что все тут у нас хорошо. Значит, давайте заполним первый сектор. Значит, пшеницу я уберу отсюда. Где она у меня вся, кстати? Вот. Угу. И возьмем по одному каждого. Памятка такая. Будет своеобразная. Ой, это я зря, походу. Дерьмо. Где же мне памятку разместить? Ладно, пофигу. Суть вот в чем. А, в принципе, суть у нас тут нормально расположена. Мы можем обойтись и без этой системы, то есть без извлечения сундука всего этого хлама. По той простой причине, что мы можем просто подсоединить сюда трубу, и по ней уже все пойдет. То есть, что я имею в виду? Мы этот сундук отодвигаем. Эту трубу убираем. Ставим сюда эти две. И вуаля! А алмазную трубу ставим, пожалуй, в самый верх. Вот так, алмазная труба. Дерьмо где тут? И вот какая вещь. Да-да, ты все пойдешь сюда, но я тебя обломаю. И сломаюсь нахрен, потому что... Сюда у нас пойдет. А лучше вот сюда у нас пойдет. Золотой сундук. Так, вот. А в черный у нас пойдет то, что нужно отсюда, то есть семена. Тихо, нет. Черный пойдет семена. Вот это мне тут, пожалуйста, не надо, ладно? Черт, блядь, сколько всякого хлама. Плоть гнилая. Это вообще зря сделал. Это пригодится. А почему ты не собираешь? Не понял. Я сюда все положил, а ты не собираешь. Ты что, глупый? А, видимо, ничего у нас с вами, ребят, не выйдет с такой системой. Воронка отказывается работать в этом измерении. Придется нам все по-старому делать. Сраная воронка. Сколько же у тебя проблем? Положу все дерьмо сюда. Так как мне это все было-то? Вот тут, во-первых, я помню, все было в булыжнике. Этого тут не было вообще. Значит. Здесь Эндер сундук. Здесь мой сундук.
извлекающая деревянная труба. И двигатель. Так, вот эта труба. Кстати, нужно эту сундук временно убрать, чтобы она не перепутала, откуда, куда, чего извлекать. Так, вот. Сюда рычаг. Нет, не так вот. Вот так вот. Сюда двигатель. Рычаг запускаем. И алло. Все, пошел. Все, отлично. Фух. Ладно, пусть так. Гребаные воронки. Ну, сейчас работаешь? Чего? А, все, все нормально. Съел. Хорошо. Так, поспать. Ну, систему тут намутил, ребята. Будет очень хорошо, если у меня все получится. Так, это прям можно будет зажить припеваючи. Так, ну вот. Все семена отправляются сюда. Все, что таковыми не является, отправляется туда. Это все очень хорошо. Только вот одна проблема. Тростника в моей системе тут не запланировано, поэтому я его весь отсюда ликвидирую. Прежде чем начать, должен убедиться, что здесь нет ничего лишнего, ни кактусы, ни тростника. Кактус сюда, тростник туда. Ферма скоро закончит свою очередную работу свою. Так, вот. Молодец. Так, земля, булыжник нет. Вот, теперь осталось с деревьями разобраться. Так, тоже берем портал ган, трубы. Вот так. Это у нас одна вещь. А здесь еще будет другая. Вот. В желтый у нас пойдет такое дерево. Все остальное сюда. Вот так. В принципе, все. Мы совсем тут разобрались. У нас есть семена. Положим сюда еще землю, булыжник. И вот это дерево. Добытое нами. Все хорошо. Теперь нужно сделать двигатель. Редстоуновский. Деревянную трубу. И можно приступать. Насколько я знаю, деревянная труба у нас уже есть. Да, вот много их, кстати. Угу.
Такс. Деревянная труба. Теперь двигатель. Я помню, мне нужен поршень для этого. Для которого нужен булыжник. Чёрт. Опять туда идти. Хотя нет, я никуда не пойду. Я поступлю интереснее. Вот так. Куда там? Больше. Сейчас побольше поршней сделаю. Так. Раз, два, три. Пять штук. И дерево тоже побольше. Нормально. Тропическое, оно в расход пойдет. Вот, 5 поршней. Отлично. Теперь эти поршни кладем сюда. Сверху вот это. Дерево. И еще нужны шестеренки. Деревянные. Поэтому возьмем обычный верстак. Не надо тут мне. Вот. Нормуль. Есть. И рычажков побольше. Вот побольше, я имел в виду побольше. Сейчас только палки возьму. Вместе палки, вот и палки. Вот так. Тюк-тюк. Е. Все это я забираю. А с этим разберусь позже. Поехали запускать первый сектор. Да. Поехали. Запустим и продолжим уже в следующей части. Первый сектор. Вот у нас булыжник. Все как надо. Ставим сюда деревянную трубу. Хорошо. Пусковое устройство. Погнали. Так, пошла земля. Она пойдет в желтый. Если все правильно, она пойдет в желтый. Е. Так, теперь она должна пойти уже не в желтый, а в красный. Ну-ка. Да, видите, что происходит? И вон, вот так все будет нам растаскивать. Снова мне нужно обзавестись еще таким же рюкзаком, который будет землю и булыжник, где все штуки пихать. На, собирай. Мне это больше не нужно. Отличненько. Первый сектор мы запустили. У нас все. Отлично сортируется. Снова пошла моя земля. Это можно еще, знаете, как сделать? Нет, не здесь. Вот, вот здесь. Чтобы следить за количеством. Через одну от вот этого. Опа. 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 И опа. Так мы сможем следить за тем, как у нас что работает.
И сколько еще чего у нас осталось? Вот так. Он еще разогреется сейчас. Чтобы мониторить, как он у нас тут разогревается. Правда. А, ну фиг с ним, ладно, не будем за этим мониторить. Ну вот, первый сектор запущен. Остальные будем уже делать в следующей серии.